Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold. Зимняя коллекция. Какао-бобы и карамель. Молочный шоколад. Вот так красиво она выглядит. Тут вот и какао-бобы, карамель нарисовано. Нарисовано, что начинки очень много. Как раз то, ради чего я делаю эти обзоры. Так, здесь у нас, посмотрите, олень такой красивый нарисован, снежинка. Так, здесь у нас 100 грамм, 522 килокалория. Но шоколадка у нас 85 уже грамм. Уже 85. И давайте посмотрим состав шоколадки. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте, что здесь написано. Так. Перевернем и прочитаем здесь. Так, ну здесь изготовитель. Вот, да, изготовитель. Здесь всякие белки, жиры. Что там? Соль. О, даже соль стали писать. Она же что-то раньше не замечала. Ну ладно. Ну соль так соль. Черт, теперь. Все равно шоколадка и так вредная. Чтоб вы не забыли, что мы там рассматриваем с вами. Так. Ну, как всегда, она выглядит у нас Alpen Gold обыкновенно, да? Вот у нас Милка с вами выглядит шикарно, красиво. Но вкусно всегда Alpen Gold. Здесь даже, я смотрю, вот видна карамель. Как раз таки вот маленькие желтенькие точки. Сейчас вам поближе поднесу. Видите, да? Видите. Давайте ее разломим и посмотрим. Я даже, знаете, хочу разломать ее именно вот здесь. Опа, есть. Вот она вот здесь, кстати, очень много. Вот. Попробую два кусочка, я буду пробовать. Вот здесь вообще ее, кстати, не видно, этой карамели. Как будто ее там не существует. Давайте вам сразу покажу поближе, пока я ее не съел. Ой, пока я ее не съел. Вот, смотрите, видите? Очень красиво, очень выглядит вкусно. Сейчас я буду кушать и потом вам расскажу, вкусно это или нет. Стоит брать или не стоит. Так, попробую сначала с карамелью. Тут, что ли, было больше всего? По-моему, вот тут. Давайте, пробую. Карамель довольно жесткая. Честно, даже создается впечатление, как будто я дожевываю свой зуб. Честно. Она жестковатая. Довольно. То есть не мягкая, а довольно жестковатая. Ну, в принципе, здесь и нарисовано то, что как бы она жесткая, дает понять. То есть она не вытекает, как есть некоторые шоколадки. Она жесткая. Так же какао-бобы плюс. Они тоже жесткие. То есть тут тоже вот они показаны. Что здесь кусочки и все вместе, то есть это жесткое, шоколад мягкий, они жесткие, какое-то странное ощущение, что ты что-то жуешь, которое хрустит у тебя под зубами непонятное, но при этом, когда ты дожевываешь эту карамель, она распадается, чувствуешь ее вкус вместе с шоколадом, какао-бобами, и это становится очень вкусно, и понимаешь, что ты хочешь еще. Хочешь еще одну шоколадку съесть, и еще. Но вот то, что вот она жесткая, честно, для меня немножко не очень хорошо. Вот, ну, как бы мне не очень понравилось это. Хочется, если шоколадка мягкая, да, то есть я же не кусаю, не жую сухарь, да, то есть сухарь, и понятное дело, что в сухаре будет все жесткое, все будет хрустящее, или чипсы.
То есть, если шоколадка мягкая, хочется, чтобы там было тоже все такое более-менее мягкое. Вот. И давайте попробую я второй кусочек. Здесь не видно ничего абсолютно. То есть, вот он. Нет, вам плохо видно. Ну, тут, короче, не видно ничего абсолютно. А какао-бобы только видны. Попробуем его. Даже в том кусочке, в котором было ничего не видно, также, конечно же, оказался и карамель, и какао-бобы. То есть начинка распределена по всей шоколадке. И, честно говоря, это очень-очень радует, то, что ты берешь любую абсолютно плиточку шоколада, и начинка там есть. То есть, в принципе, это тоже не у каждого производителя так есть. Бывает такое, то, что не попадается начинка. Ну, по сути, в жизни все бывает. Поэтому, ну, довольно вкусно, да, такую шоколадку можно подарить. Она красиво выглядит. Начинки там достаточно, то есть ее не перебор. Ее достаточно. Она очень вкусная. Вот, но как бы там есть кусочки карамели, кусочки какао-бобов. Ну, какао-бобы как бы не особо, а вот кусочки карамели, и они вместе, именно кусками, которых, ну, когда ты жуешь, и они хрустят у себя под зубами, как бы немножко пугает. Поэтому, наверное, у кого, если плохие зубы, то сначала задумайтесь, а стоит ли покупать. Лучше купите помягче шоколадку, там, где именно карамель мягенькая. Либо можно их, наверное, вернее, ее растопить. Не знаю, будет ли какао, ой, вернее, карамель растапливаться, вот не знаю только. Ну так, в принципе, вкусно, в принципе, понравилось. После вкусия какао-бобов ощущается. И немножко карамели. Такой прям ароматный послевкусие. Мне понравилось, в принципе. Но вот это вот именно то, что карамель жесткая, мне это не очень понравилось. Поэтому задумайтесь, прежде чем брать. Или дарить, допустим, у тех, у кого плохие зубы. Вот. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики. А также другие ролики на обзоры других шоколадок Alpen Gold. У меня там целая коллекция обзоров. Обязательно посмотрите и Alpen Gold, и Milka, и других шоколадок. И еще очень-очень-очень много будет других шоколадок. У меня там на балконе стоит огромный ящик с продуктами для обзоров. Так что вас ждет еще очень много интересного. Также вы можете написать в комментариях, чего бы вы хотели. Вернее, на что бы вы хотели, чтобы я сделала обзор. Вот. Обязательно напишите. И также смотрите обзоры на продукты из магазинов Fix Price, Победа, Светофор, на совершенно другие продукты. Также смотрите наши влоги, путешествия, как мы развиваемся с сыночком, как он живет, как мы занимаемся. Также кулинария, живопись. И много-много-много всего другого. Там очень много плейлистов. Обязательно посмотрите. Я думаю, вас что-то заинтересует, и вы обязательно ко мне подпишетесь. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Я ценю каждого подписчика. Обязательно ставьте лайк и пишите комментарий, чего не хватает на моем канале. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. И пишите комментарии. И всем пока-пока.